В Республике Алтай инициировано 40 инвестиционных проектов, которым уже присвоен статус регионального значения. Они направлены на развитие ведущих отраслей экономики. Общий объем вложений до 2034 года составляет 141 миллиард рублей. На заседании в правительстве республики рассмотрели ряд новых инвестпроектов, которые также могут получить статус регионального значения. Сегодня инвестиционной комиссией Республики Алтай были рассмотрены проекты общей стоимостью более 50 миллиардов рублей. Одобрены проекты строительства крупного рекреационно-оздоровительного центра в поселке Известковый Майминского района и глэмпинга в Чемальском районе. Рассмотрели и проекты, связанные со строительством современных жилых комплексов. Мы поддержали возведение жилья в Майминском районе, так как проект учитывает решение не только коммерческих, но и социальных задач. Так, одно из направлений – строительство 88 многоквартирных жилых домов высотой от 5 до 8 этажей в Майминском районе. В жилом комплексе будет обеспечена необходимая социальная инфраструктура. 3 детских сада на 870 детей, школа на 1350 обучающихся, поликлиника, а также торговый, бизнес и спорт-центры. Весь проект разбит на небольшие кварталы, по 2-4, по 2-6 домов, всего 3-4 квартала. Каждый квартал будет обеспечен благоустройством. Общий объем инвестиций 45 миллиардов 14 миллионов рублей. На заседании инвестиционной комиссии рассмотрели инициативы развития санаторно-оздоровительной и туристической сферы. Так, один из инвесторов презентовал проект на строительство оздоровительного комплекса – пятизвездочный гостиничный фонд которого составит 204 номера. Бальнеологический курорт предусматривает под собой лечение заболеваний органов дыхания. Срок реализации проекта 5,5 лет, 3,5 года мы думаем, что мы введем его в эксплуатацию постройки, потом просим 2 года, образно это нам нужно, чтобы завести оборудование, мощности, подготовить штат сотрудников, которые будут выполнять именно уже как ательер. Мы будем брать собственных сотрудников с наших гостиниц, привозить сюда, будем брать местных, кого будем устраивать на работу, отвозить нам, у нас будет обмен обязательно опытом для того, чтобы достичь максимальной, вот как мы хотим, пятизвездочной, вот именно отеля 5 звезд. Всего комиссия рассмотрела 8 инициатив, 5 из которых были отозваны. Основной задачей членов комиссии прошедшего заседания стала поддержка только тех концепций, которые будут способствовать улучшению качества жизни жителей и развитию экономики региона. Дарья Федоркина, Илья Петков. День с толком.